Праздник к нам приходит. Уже 14 декабря на главной площади развернется предновогодняя ярмарка. Ассортимент порадует разнообразием. Продукты питания, горячие напитки, детские игрушки и сувениры. Все желающие смогут закупиться с 11 утра до 9 часов вечера. В снежную погоду такие уличные магазины станут отличным поводом для прогулки. Такой зимы давно не было уже у нас, так что можно и погулять, и радоваться зиме. Да, на самом деле пропустили момент, когда лето закончилось, началась уже такая зима. Отличная зимняя атмосфера, новогодняя. 15 числа в Центре доп. Образования детей и молодежи пройдет изысканный новогодний бал с участием руководства города. В праздничном вихре танца закружатся 100 учащихся 10-11 классов. Приглашение на светский вечер они удостоены за высокие результаты в учебе, творчестве и спорте. Самая красивая пара получит титул короля и королевы бала. Ребята очень заинтересованы, они сами хотят побольше научиться танцевать. И действительно, я думаю, что в этом году будет очень шикарный бал. Отрепетированы, в принципе, все номера, такие как полонез, тампета, лансье, вальс, полька знакомства, падепатинер. Тампета, лансье они в прошлых годах не танцевались. Это действительно самые новые номера. Масштабное театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек пройдет 16 декабря. Сказочные персонажи будут ждать горожан в 16 часов на Социалистической. От театра драмы и комедии имени Дунина Марцинкевича волшебная колонна отправится на Максима Горького и финиширует на площади Ленина, где в 17:15 главная елка засияет тысячами огней. По предварительным подсчетам, это будет самое массовое шествие. 147 пар Дедов Морозов и Снегурочки, а также другие участники театрализованного шествия, около 310 человек. Мы все ожидаем, что это будет очень интересно, незабываемо, и приглашаем всех жителей нашего города, а также гостей, полюбоваться этим зрелищем. Кроме того, в субботу начнут работать елочные базары. Разместятся они на Социалистической, Минской, Интернациональной, 50 лет в ЛКСМ. Пушистую красавицу жители города смогут приобрести с 10 до 19 часов. В ассортименте будут новогодние деревья разной высоты, срубленные и в катках, а также букеты из ароматных веток ели. Елизавета Липеева, Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.